Танцы на костях. Это не просто вечеринка, а без преувеличения межгалактический бал-конференция. Четыре десятка исследователей и поклонников со всей России вспоминают кыштымского карлика, который в середине 90-х таинственно появился на Уральской земле и также таинственно исчез. Звездой вечера, не считая танцора в образе Алешеньки, стал следователь, поэт и неискоренимый романтик Владимир Бендлин, который первым попытался раскрыть секрет незеленого человечка. Не был воспринят серьезно этот факт, и не была проведена регистрация, не была проведена экспертиза. И, я вынужден был в частном порядке заниматься и отдал случайным людям, конечно. Мумифицированные останки Алешеньки, который не похож на обычных людей, хранились у сыщиков в кабинете, но спустя 5 дней вдруг бесследно исчезли. Генетическую экспертизу провести не успели, поэтому происхождение карлика до сих пор загадка. Следователь Бендлин настолько проникся его историей, что теперь посвящает гуманоиду стихи, выпускает бронзовые статуэтки с его изображением и даже участвует в битве экстрасенсов. Впрочем, на шоу поехал ради одного – узнать хоть что-нибудь новое про фигуранта своего незакрытого дела. К известным видам он не относится. И, в принципе, Джулия сказала даже такие откровенные вещи, что я не знаю, как к ним относиться. Это недостаточно научно, но я говорю то, что она сказала. Она объяснила, что это существо, скажем так, не человек, что оно, в общем-то, относится вообще иномирянин. Я думаю, что вообще жизнь, она кочует по Вселенной. То есть, конечно, миллиард лет назад она могла быть там на одном конце галактики. Сейчас она прикочевала на Землю. Там еще через миллиард, может быть, наши там потомки будут еще где-то находиться. Так что, в каком-то смысле, мы действительно с Алешей могут быть родственники. И вы, кстати, тоже. Многие гости удивительного бала утверждали, что свидетелей Алешеньки предостаточно. Правда, они столь же мистические, что и карлик. Например, Йети из коллективного сада под Озерском. В прошлом году у меня есть свидетель, который видел точно такого же Володи, Алешеньку, который был чуть меньше 1 метра ростом. Конкретно с ним общалась Йети. Никак конкретно с ним. У него там есть сад в Вишневогорске. И он там закрылся в своем саду, и когда его сад стал шевелиться и двигаться, то есть сначала дверь там что-то была, потом... В общем, это только вчера была информация. Он сказал, что его сад сдвинули на 0,5 метра. Среди гостей бала конференции был замечен и главный исследователь еще одной тайны 20 века – руководитель фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич. Он не стал устраивать баттл между двумя загадками. Обе они, по его словам, составляют золотой фонд Урала. И это нужно ценить и помнить. 20 с лишним лет, представляете? Алешеньке пора уже выдать паспорт почетного гражданина Кыштыма. Подумайте об этом. Ребята из «Космопоиска» каждый год восстанавливают ломаемый вандалами памятник кыштымскому карлику. Уже, Гер, вот сколько раз ты лично уже участвовал? Три раза мы восстанавливали, а ломали 5 раз. Вот уже тут звучат оценки 6 раз даже. То есть, представляете, этот карлик, который, живое существо, да, который ему так не повезло в жизни нашей цивилизации, так и еще его памятник продолжает ломать и разрушать. Менталитет действительно негативный такой земной. Дело Алешеньки пусть и осталось нераскрытым, зато память о нем живет в сердцах уральских романтиков. В планах его фанатов из Екатеринбурга опера о космических приключениях карлика и целый музей имени нашего уральского гуманоида. Оксана Маклакова, Александра Аксенова, Евгения Лемесева и Сергей Лысак. Главные новости Екатеринбурга.